так, блин. Рад видеть вас. Хоть я вас не вижу, но знаю. Рад приветствовать тех, кто смотрит это видео. Так, ладно. Нам нужно сейчас... Что у нас там? Так, а, нам, слушайте, а нам-то особо и нечего. Но если только патрончики взять. О, да. Ключика нет у нас. Ну что еще? В принципе, все. Потому что прокачивать мы даже ничего не будем. У нас мало средств для прокачки. А, в принципе, ну, сохраниться не будем. У нас все сохранено. Два патрона на пистолет. Офигенно, да? Так, ладно. Берем снайперскую. Винтовочку. Жмем пробел. Так, это мы уже знаем. Так, что-то там еще было можно. Так, а у нас, смотрите-ка. А, давайте-ка возьмем шприц. Отлично. И возьмем вот этот. Все. Так. Ага, удерживать. Ну это ладно. Так, вон там ловушечка. Ой-ой-ой. Не, не попадем. А он даже меня не заметил, смотрите-ка. Слушайте, а давайте-ка подойдем к нему незаметно, если у нас получится. Так, как это он меня так замечает? Нас же особо-то не видно. Так. Так. Отворачивайся. А, он там еще наверху один. Давай. Тот чувак может нас заметить. Так, с него тут упало. Классные штучки, ладно. Тут, по-моему, дофига еще их будет, да? Чё-то никого нет. Ё-моё. Давайте постоим, подождем. Может, нам удастся пробел нажать. О, да. О, да. Есть. Так, там никого. Так, он нас не видит. Так, там я слышу мина, ну-ка. Как так? А. Сейчас мы к ним подбежим. И все, и молодцом. А, не, вот отберем. Так, это тоже. Спички. Да кто нас палит все время, не понимаю. Так, давайте. О! А он понизу прошел. Молодцом. Так, давайте попробуем обезвредить. Ну, чисто ради интереса, получится у нас или нет. Еще разочек. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Стоп. Подождите, мне кое-что не ясно. Сейчас мы последний раз попробуем обезвредить. Там я видел ловушку. По-моему, нам надо было нажать на пробел. Да! Пробел надо было нажимать. Все, обезвредили, круто. Что-то там все нормально, что-то не тут гонишь. Так, дергаем за рычаг. Так, открываются какие-то... Что-то там тоже рычаги. И поднимаемся... наверха. А что удерживать-то? Ой-ой-ой-ой, это что такое? Оп, смотрите-ка. Я знаю, что делать.
откуда это палят? А, вон. Оттуда, что ли? Так, что ли, да? Йоум. Что это значило? 4 патрона. Берем пистолет. Чё тебе тут надо? Ловушка. Ну, давайте. Да. Да, есть, я понял как. Ладно. Что делать-то? Опять отстреливать? Смотрите, а. Статуэтка там. Ё-моё, посмотрите, какой журабас. Молодцом, зря патрон только просрал. Все, берем дробовик. Так, давайте посмотрим, где у нас меньше всего патрон. Здесь. Патрон вообще по нулям просто. О, снайперская. Шикарненько. С этого. А, ну давайте сейчас рукопашку его. Давай, подходи. А, нет, давайте подождем. Иди. Даже так можно. Чё с них ничего не падает? Мне это бесит. Эй, я же его убил. А, давайте подлечим. Так, ну ладно, сейчас придет снова снайперскую. Походу их там несколько, да? Здесь он или где? Чё-то не видел просто. Отлично был. Просто супер был, можно сказать. Так, ты кого там замочил? Патрончики, давай. Отлично, пистолет, по-моему, да? Чувак, ты вообще крут. Я тебя вперед буду пускать. Там он еще один. Так, а чё они сюда не идут? Так, берем, значит, пистолетик. И идем сюда. Не-не-не-не, давай идем. А, ну, в принципе, можно и так. Вообще молодцом. Нормально держишься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда палят? Снизу, да? Так, снайперскую. Блин, далеко. А, мужблан прям всадил, шикарно. И опять пистолет берем. Еще есть? Вон там еще одна, я вижу. Так, ну что, берем. И патрончики. Кто-то метает у нас топоры. Не, корявый. Так что пошлите туда вниз. Ах ты, тварь, попала. Давай, давай, чё? Молодцом, чувак. Отлично. Чё тут подобрать-то можно было, я не пойму. Нормально работаешь, чувак. Так, давай, бери. Еще кто-то заметил. Так. Топорик по-любому берем. Пока идем. Давай, сейчас мы тебя подхилим. Фига там толпа бежит. Топор надо использовать вообще против жиробасов этих. Так, ничего нельзя, да? Ладно. Что тут у нас? Ничего нет, а вот патрончики есть. Так, а куда нам вниз? А, мы оттуда начинали, да? Давайте попробуем. Так, что тут? Вон жирный. О, смотрите-ка, там что-то. Банка, что ли, не пойму.
Так, ладно, потом посмотрим, как туда добраться. Надо сначала их замесить. Почему замесить? Потому что можно, конечно, наверняка убежать отсюда, но с них упадет. Ё-моё, посмотрите, сколько их тут. Чувак, не-не-не, наверх. Ну ладно, давай внизу их. Ой-ой-ой. Ух ты, ё, нифига он мне. Норм. Ух ты, этот еще жив. Долби его. Ха, вообще молодцом. С топориком нормально ты работаешь, так я тебе скажу, чувак. Так, а с этих все сыпется, эти пилюльки. Топорик. Тут еще нас запалил. Да, блин, да сколько их там уже? Так, бери, что ты берешь. Так, есть какой-то рычаг есть. Так, что-то собираем все, что есть. Блях, муха! Не заметил! Я слышу, пищит что-то. Твою дивизию, надо быть внимательней. Как же так-то? Могли бы деталь собрать. Ладно, бывает. Там под... Ух ты, что-то я пропустил-то. А, всего одна. Наверное, с бомбы упала, да? Да, я шучу, конечно. Так, ладно. Да кто-то нас запалил. Сейчас они здесь? А, вот они. Бери топор. Иди сюда. Ой, что ты делаешь-то? Бам! А с этим? Даже патрон не хочу тратить. Перезаряд. Давай. Вдолби его. Сейчас громче сделаем. Погромче. И... Молодцом. Бери. Бери, бери. Так. Музыка пока не тихо. Да что такое, сколько их там? Вы посмотрите их, они прут просто их. О, давайте-ка подорвем. Если это можем, да? Давайте попробуем. Давай. Не, давайте, знаете что? Сейчас мы их, значит, заманим туда. И подорвем. Попробуем бочку. Будет круто. Так, а мы здесь были. Спускаемся. Как побыстрее спуститься? Не, чувак, подожди, не лезь за мной. Так, смотрите, а как банку достать? Хм, интересно, может быть, сбить как-то? Упал, упал. Гарри! Сколько же их там, а, не достали уже. Так, ну все вроде. Куда идти? Ладно, давайте сюда, наверное. Хотя нет, подождите, тут рычаги какие-то есть. Так, а как банку-то достать, я не пойму. Так, вот у нас что-то факел. Спичка или граната, я не понял, что это. Так, конечно, есть идея, может быть, туда как-то попасть можно, через верх. Еще проверим. Ну-ка. Давай! Есть! Придумают же, блин, а? Ладно. Твою дивизию. Да стой ты! Зомбички. Так, вроде ничего, да? Итак, смотрим, что тут у нас. Патроны. И шприц. О, да, есть. Так, а здесь у нас... Так, а здесь что? Здесь нельзя, типа? Блин, жалко. Так, ну что у нас? Кстати, что у нас там по патронам? А, дробовички есть, снайперская есть. Пистолет есть, это круто. Так, пистолет. Так, а посмотреть надо, все ли я собрал. Так, ну что, ну что, ну что. Я думаю, нам стоит теперь идти, но перед этим... Так. Здесь мы вроде бы поднимались, так что давайте... сейчас вот сюда залезем.
Посмотрим, может, что-то тут пропустили. Так, а здесь... Ну, болт пропустили, зашибись вообще, да? Так, а как туда перелезть? Перелезамба, как туда сделать? Никак, да? Видит, ну, или у меня не получается просто. Так, туда, видимо, походу, вообще не залезть. Может, и можно, я не знаю как. Так, а это что у нас? Берем факел. Так, ну все, идем вниз. Давайте сейчас они опять, наверное, вылазить, может, будут. Или что, давайте бочку, что ли, туда. А, пробел надо. Давай туда-туда, выкатываем. Да не сюда, ё-моё. Ого. Ну, давай, выкатывай. Ща, давай. Такая незаметная. Тогда берем пистолет. Сейчас они побегут, мы бочку подожжем. Так давайте, бегите. Я вас жду. А, нам надо его снять сначала. Да, наверное, никто не побежит уже. Как? Вы смотрите, как я здесь выжил. Просто вообще рядом, просто. Блин! Не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп. Иди давай. Ах ты тварь, а. Все мимо. Да ладно, все? Так быстро? Это, наверное, погорел, потому что сколько с него даст? 5000. Уже 11000 у нас. А, у нас же факел был. Ладно, нормально, можно его вот так поджечь. Так, ну что, мы, кстати, не посмотрели, что у нас тут. Так, а мы тут, наверное, были. Ну, скорее всего. Так, а здесь у нас вот тут ничего нет. А, стоп, что-то было. А, да, вот патроны. Да, как... Ух ты, да тут не только патроны, смотрите-ка. О, сколько тут всего. Это нам награда за то, что мы его замочили. Кстати, снайперская, видимо, я ему в башню хорошенько так просадил. Да, кстати, надо брать с собой, вот почему я, наверное, взял. Да ладно, нас одаривают просто. Либо нас одаривают после... И стоит на верхнем этаже. Ну ладно. В принципе, пешком можно пробежаться. А, значит, либо нас одаривают, типа, после того, как мы замочили босса этого, либо... Ну, или кто он там, не знаю. Вот. Либо просто перед чем-то там. Ладно, важно. А, ну вот, нам спички дают, все логично. Берем. А, подожди, стой. Я слышу, там музычка играет. Баночка. 300-ку нам дают. Что-то маловато мы насобирали, мне кажется. Уже 8 месяцев, как мы с Майером поженились. А, и теперь ждем тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Честное слово, мне страшно, постоянно смотрю в лицо опасности на работе. Но мысль о том, что скоро я стану отцом, пугает сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу. Буду отдавать себе тебя целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знай, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем... В этом мире, хоть иногда бывает жестоким. Ну, давайте. Попробуем туда перенестись.
Ну давай, давай уже все. Так.